учусь в школе искусств 2 года, потому что мне нравится рисовать. Мне нравится рисовать животных, людей, сказочных героев. Мне нравится рисовать карандашами, красками и гуашью, потому что там яркие цвета. Моя работа называется «Карабас и Дуремар». Нам дали задание нарисовать отрицательного героя. У меня здесь нарисовано «Карабас и Дуремар». Они отрицательные. Отрицательные цвета такие темные, да, а у положительных цвета светлые. Одежда была темная, а глаза такие чуть-чуть злые. Дуремар идет, а Карабас-Барабас стоит. Карабас-Барабас пошел за тем, чтобы ключик из воды достать. Злая рыба хватает лягушку. И 2 лягушки плавают. И камыши.